Командно-штабные антитеррористические учения со звучным названием «Гроза» прошли в четверг в областном центре. По легенде, группировка из 7 человек напала на пост охраны регионального правительства. Угрожая оружием, преступники захватили в заложники 30 человек и выдвинули требования политического характера. В городе был введен условный режим контртеррористической операции. Силовикам пришлось применять тяжелую военную технику. Только после этого заложников удалось освободить, а террористов обезвредить. Поставленные цели учений достигнуты. Руководитель управления ФСБ оценил работу всех подразделений положительно.